которые православного характера. Я сейчас расскажу кратко. Знаете, Тихонович, извините, возможно, я вас перебила, но это Ольга Васильевна Шукшина, дочь. Василий Макарович. Я сегодня только искал, кто, я говорю, родственники. А я так понимаю, что это, как говорится, братья киржаки наши, да? Тогда вам будет интересно, послушай, что я расскажу. Очень интересно. Понимаете, что? Это 38 моих книг вышло. Я делаю то, о чем мечтал Василий Макарович. Совершенно верно. С нуля. Вот у нас рефреном везде идет книга «Россия должна встать». Вот я начальник детского лагеря. Ну я не ошиблась, вы староверы, да? Мы сейчас из храма идем, в храм тогда. Она спрашивает, мы здоровы? Мы сейчас, у меня брат протоиерей, священник. Ну мне показалось, что вот такое обличие. Нет, ну это так, но мы соблюдаем образ, и священники так выглядят. Все поняла. Так я это положу. Пожалуйста. Если вам удобнее. Коротко хотя бы. Да-да. Вот. Я в разных университетах преподавал много, в школах. Три радиопрограммы регулярно, в воинских частях, во всех отделах милиции в городе. С заключенными. Дело в том, что я сам политзаключенный. Я сидел в 5 тюрьмах. То есть моя биография такая, вот посмотрите, такого документа сегодня редко встретишь. Как интересно. Репрессированным. Это все в книгах отображено. Вот, допустим, я открою, вот эта книга, она как бы биографичная. Вот мы с Бавариным. Такой был мэр. Высшую десятку входил в городу. Дальше. Вот я остаюсь патриархом. То есть мы очень. А это вот директор РТИ помогал. Во всем. Мы с нуля строим православную деревню. Тихо. 17 тысяч сел в России разрушено. Мы единственные в стране, что мы делаем. Единственные. Почему? Потому что мы взяли участок определенный. Закон Иисуса Сурикова. Прочитайте, вот это я уберу. Он тогда был губернатор. Да. Получили статус и строится деревня. Это не просто подземная какая-то, там интернет, учат музыки, школа. А где? Мамонтовский район. Это все в книгах и фотографиях. Вот я принес книги, так она в библиотеку отошла. Послушайте, сейчас. Вам надо такую как бы прилюдную такую делать. Это все снято на фильмы, понимаете, это не просто так. Нет, я имею в виду, вот вам надо запихивать ваше вот это выступление в фотографии. Это все есть. Все здесь есть. Вот это вот история. Это все как организовано, это документ. Ну вы тогда меня слышите, вот, но мне кажется, чтобы это должно быть внесено в программу, люди, потому что это действительно, потому что программу-то надо обновлять, она уже закостенела у них вот, в одних этих алтайских плясках, понимаете? Вот, одни и те же фольклорные вот эти дела уже. Вот несколько моментов хотела сказать, пока по этой книге. Кому-то апеллируют. Я вот, кстати, сейчас вот Чудного-то, я так обязательно вот это вот. Это же не случайно, да, я и скажу. Вот представьте, 40 лет я начальник детского лагеря. Ни рубля государство не вложило. Тысячи детей. Давайте в каждом селе организуем. Детская беспризорность исчезла. Тысячи детей. Это все обслуга в лагере, с разных сторон люди приходят. Дальше. Я преподаю примерно в 5 университетах. 3 радиопрограммы веду, телевидение, здесь, за рубежом. Это все бесплатно. У меня ничего нет, кроме рвальных сапог. Я очень похож, как Василий Макарович, в сапогах ходил. Он ровно на 10 лет старше меня был. Это известно. И вот я преподаю в университетах, выступаю по радио, и люди вопросы задают. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, культура. Вот у меня один том есть. Сейчас я его покажу. Его нельзя выдавать на руки. Его сразу мгновенно сметает. Это поэзия России за 300 лет, 300 поэтов. По конкретной тематике. А, вот эти последние 300 лет? 300 лет. Вот 300 лет, какие у нас, от Сумарокова. От Сумарокова начиная. И вот, что, допустим, какое участие приняли поэты в революции? Мне задали вопрос. Я отвечаю на него. Что сказал Волошин? Что сказал Иван Бунин? И дальше место Священного Писания. Опять. Что, и 6 поэтов на каждый вопрос. Без Евгения Евтушенко, конечно, такой материал был бы не в проворот. Вот. Конкретно, вот я, допустим, веду занятия, вот это вот меня 40 лет пришлось на книгу материал собирать православие. Вот а здесь зовет. Вы еще программы не проводили, да, такие, что люди собирались, дети там, детские? Ну, так, я все, мы да, идем от дома к дому, в каждое село, 56 сел обошли. Людей собираем на площади, на стадионе. Люди, которые не знают Бога, мы их отправляем к епископу Максиму, который не знает, чтобы открывали храм. Мы сейчас так из пикета спустились. А, ну тогда знаете, чего я вам скажу, уже прямо навскидку, уже вот, как говорится, шульгинеология, вот будет нечто, вот в этом году мы первый раз попробовали, вот там как раз нет храма, они хотят инициировать, возможно, вот от вас вот это пойдет, этот импульс, это будет через год, не раньше, так что у вас за год есть, тем более у вас уже все, как говорится, подготовлено, просто бери это сам. Ну там такая есть вот женщина, которая этим занимается, Ольга Бокова, я потом как со временем вас, так сказать, это самое сведу, вот.
Вот, и потому что она будет делать такую программу, которая там, ну, сутки, предположим, длится, и будут разные площадки для разных людей. Там, здесь тебе, пожалуйста, чисто развлекательное, здесь познавательное, там просветительское, а вот с вашей стороны, предположим, что-то вот такое вот, чисто вот, вот такого... Чисто религиозное, да, на чем Россия строилась. Да, вот да, смотри, да, это вот АГТУ, ага. Евсигнеев. Ага. Он пришел в наше занятие, ректор такой был, угу. Очень известный. Это вот я иду арестованный, и тут меня от машины, это святые бросают. А 86-й это вот по религиозному, да? Это, по религиозному. Но, понимаете, как, слово религиозное они не применяли, они говорили политика. А, я, политика, допустим, издаю жития святых с 1 века, 19 столетия, но 20 век существует. Угу. Я 20 века пишу, так сказать, нахожу, как патриарха Тихона, вот она как раз о патриархе речь идет, угу. Как арестовывали, как царя расстреливали. А у вас сайта нет, да? Есть. Вот а он есть. Есть сайт, у нас огромный сайт. Дайте мне карточку, чтобы... Здесь потому... фильмы, снятые о нас. Один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе взял. Это документальный фильм о православии. Uh-huh. Это не просто фильм, а фильмы известны на весь мир. Uh-huh. И вот здесь, когда мы начинаем людям свидетельствовать о Боге, мы сразу сталкиваемся с полным непониманием. А зачем Бог? Теперь я на своей жизни уже показываю. Вот как моя жизнь складывалась. Uh-huh. Я верил в Бога. Ну, вы знаете, единственное, только вот подумайте над ракурсом, ну, вы сами по себе очень интересны, это вот, как говорится, это понятно, тут даже нечего говорить. А вот если все-таки вот к Шукшину праздникам, вот чуть-чуть, так сказать, вот туда вот это, вот вы же правильно сказали, вот здесь мы с ним похожи, что мы полные, как говорится, да. Вот это, не стяжатели, так сказать. Да. Вот. И вот если вот так вот программа, ну, хотя бы, чтобы чуть-чуть вот... вот наш телефон, мои телефоны, держите. Держу. Все, мы уже связаны. Связаны. Теперь, минутка, я сейчас о книгах, она так... В общем, вы поняли, да? То есть, если да, отлично чтобы понял. Какая-то была вот, хотя да. Бы даже вот одной-двумя фразами, а дальше вот свое вот это просветить. Я его биографию на несколько раз пересчитал, чтобы люди понимали, знаю. И чтобы тоже и интересы туда пробуждался, чтобы они хоть понимали, что он вообще ничего тоже вот так же ходил, босой совершенно. Да, не, то есть, ради апостол чего Павел он... говорит, мы, говорит, нищие, но всех обогащаем. Кстати, я не знаю, вот этот Шукшин и православие, вы вообще книжку держали? В руках нет удачи, презентация была в музее. Не было, не вот. И там очень, очень такой спорный материал, понимаете? Поэтому, если православие официальное хочет иногда, так сказать, прилепиться, так сказать, к Василию Макарычу, который вообще говорил, я коммунист и верю в эти идеалы. Вообще верую в жизнь, в человека с большой буквы и в труд с большой буквы. А вот сейчас официозы не знают, куда деваться, как говорится, и кем прикрываться, потому что их кругом, вы сами знаете, что происходит, и так сказать, и вот. И они тоже знают, что происходит. И народ недоволен, и народ уже не хочет ходить в церковь, потому что кроме Ауди уж Мауди, он там ничего не видит, понимаете? И он же не к Ауди предъявляет, он говорит, я не верю вашего в Бога, потому что вы лжете и врете все. Поэтому действительно нужно истинное, как говорится, вытаскивать. Понимаете, какие слова истины говорит душа? Нет, ну вот, это а так. Что? Дело в том, что в моих книгах столько гласа пророческого, он нехорошо о нас не говорит. Ты скажи, что я неправду говорю, тогда вопрос другой. А как говорить хорошо, если вы разваливаете все? Да. Вы с любым слепляетесь, торговлю одну только устраиваете в храмах. Людям нужен живой Бог Христос, к которому живой, обращался да. Достоевский, Некрасов, да, Пушкин, да. Который среди народа, а не то, что отгородились, ни позвонить, ни видеть никого нельзя. То есть они князья. Угу. Я об этом говорю. Вот, допустим, смотрите, вот эта вот книга, это мои личные беседы с Александром Менем, зарубленным священником. Их нигде в мире больше нету. Это только у меня. Почему? Мы приватно беседуем. И они в аудио. Да, есть, запомните, там, да? Вот это вот наша беседа с Александром Менем. Хорошо. Такой нету. Теперь отдельно но у меня... Вы имеете в виду, вы какие-то с ним научные все-таки споры? Или, как говорится, вы с ним в одну... С Александром Менем? Да. Мы все вопросы обсуждаем. Он еврей. Да, понятен Пеня, но я просто хочу вашу позицию понять. А вот она здесь изложена. Потому что там... Мы беседуем у него дома. У него это иудохристианство все-таки, насколько я понимаю. Он еврей, да? православный батюшка он был. Да это понятно, да. Но он же, как это, затачивал людей под какие-то другие дела. Вот мы все вопросы, ему вопросы я задаю такие, которые никто не задавал. Я сейчас в Ивановской области живу, где его сыночек, так сказать, подвязается. Знаете, он в одном месте сказал так, я разговариваю, с магнитофоном приехал, это и год этот, 76-й, он вот так магнитофон схватил, ну интервьюер, говорит. Мне никто таких вопросов не задавал. Конкретно по каждому вопросу, как оживотворить вот этот народ? Может этот народ еще восстать или действительно на дне пропасти и в потьме сидит? Вот это вот Новый Завет с полным толкованием. Впервые за 2000 лет вышел. Ну, толкование в смысле что? Вот чье? Святым что отцом. Ян Златоуст, 4 век. Феофилакт, да, блаженный Феофилакт. И с опровержением всех сектантских толкований.
которые есть. Я миссионер, в моем доме пришли там баптисты, адвентисты, менониты, которые стали православными батюшками. А, это вот все слова-то у меня есть, да. Теперь здесь вот комментарий. Здесь вот это вот как раз противосектантское. Спрашивают, а кто благословил? Комментарий к толкованию. Да, посмотрите. Комментарий вот я вам покажу сейчас. Вас спросят, как библиотекарь, видите, вот. Епископ Максим, то есть это благословлено все. Но вот отдельный том спрашивает, а кто спонсирует? Ну, вот такие книги. Все, ага, 27-й. Все книги сшиты, не склеены. Все на офсетной бумаге, намелованные снимки. В каждой 64 страницы цветных фотографий. И спрашивает, а кто, как? Вот, пожалуйста, посмотрите. Три срочки, посчитайте слух. Автор приносит благодарность и спонсорскую помощь в издании. В издании книги Соколу Борису Александровичу, да? Да. Президенту объединения. Вижу, президенту химической компании. Им попала книга, и они сразу перевели деньги. Угу. Вот этот том отдельно, он посвящен мусульманству. Не один том полностью. Это полностью разбирается Коран, Сура и Аяты, в сравнении с Библией. 1300 лет, что о них было сказано. Как нам прийти к мирной жизни? Угу. То есть любой вопрос, он разрешается с позиции знания Священного Писания. Угу. Вот посмотрите. То есть в таком издании полностью, что было, никогда не выходило. Впервые за 2000 лет. С откровением, с апокалипсисом. Угу. Вот этот человек, который... Вот этим занимаюсь. Это в моем доме обратился немец менонит и стал православным батюшкой. Менонит немец. Закончил семинарию, академию. Он преподаватель был Томского университета. У меня даже такое было. Следователь КГБ уверовал. И который меня следователь допрашивал, уверовал. И начальник тюрьмы, который не раз вызывал, умер по-христиански. Я миссионер. Мне просто Бог дал ключ в сердца в людей. Вот мы сейчас проехали, первая поездка была до Байкала, везде дарим. Дальше проехали мы до Москвы, южным Челябинск, и вверх прошли уже верхней частью. А сейчас мы по Кузбассу прошли. Спрашивают, где мы останавливаемся? Нет, вообще нет. Живете. А где живете? В Барнауле. А, в Барнауле? А сегодня мы ночевали, где лесополоса, прячем машину, копаю и делаю печь. Приготовили все, ложимся спать. С собой собака, чтобы случайно хотя бы помолиться перед смертью, если нападут кто-то. Но Бог милует. А вы живете по правилу молитвенному, да? Вот да, мы все исполняем, все посты, мы строжайшие. Вот я начальник детского лагеря. У меня 18 параметров в жизни лагеря, которых нет ни в одном лагере. Я ездил по Америке, скаутские лагеря, то есть я знаю. И я говорю, ваших воспитателей даже в лагерь не запустил бы. Они ничего не исполняют. Мы должны вернуться, на чем строилась Россия. Великая, богатая, славная, которую уважали. Что у меня дети встают в 5 утра. Да вы не согласитесь, что не каждый день встаете в 5 утра? Нет. Нет. Солнце дальше уходит, мы в 5:30 за солнцем идем. Ребенок должен и росу увидеть, и восход солнца. Я иногда даже будил детей показать, как колышется пшеница, как кричит совенок. Он должен войти в эту природу, которая созидает все вокруг нас. Вот я сказал о поэтах, так это ужас, 300 поэтов за 300 лет все, да, это вера, это вера. Вот его надо приглашать на эти литературные, не вот этих товарищей каких-то там. Еще минуточку, посмотрите. Вот и все книги, открытым оком, 30 томов, они все разного цвета. У мусульман главный цвет зеленый, она зеленая. Евреи любят золото, это про евреев у меня 3 тома. 3 тома за 3600 лет, что было сказано. Все собрано здесь. И как нам прийти к единому, к вечному, к святому? Вот у меня мальчики с девочками играют. Никаких игр, чтобы мальчик девочку пальцем коснулся. Вот это объяснение. Целомудрие и стыдливость. Но на первом месте везде мальчик. Это защитник, это учитель, это будущий судья. На этом строилась Россия. Я скажу, что не нравится, вот сразу я уже понял, что мы с вами схожи здесь. Да. Я никому не льщу и в глаза никогда не заглядываю. Библия сказала, я написал. А нравится, не нравится, мне зачем думать? Пророческий глаз должен прожечь сердце. Глаголом жечь сердца людей. Мне однажды, это уже такое дело, пришлось в литературном институте быть. Там Лев Ашанин такой был. Ну и по одному стихотворению. Я прочитал, дорога написал стихотворение, цыганский табор как ехал. И все стали, еще одно. А потом уже забыли, а второе, третье, четвертое. Он встал и говорит, знаете, у нас впечатление, будто ворвался ветер, все наши шторки, форточки открыл. Я не поэт. Хотя здесь 3467 моих стихов. Все по 9 куплетов. Они с двойным тройным подтекстом. Вот я, допустим, открываю сейчас, просто покажу. Вот, глядите.
Я вот мое стихотворение. Вот. Каждая строчка имеет место писания, откуда взята глава стих. 36 строчек, и все показаны из Библии, какое место, откуда эта мысль взята. То есть таких стихов никогда и нигде не было. Вот вам может быть интересно будет, я учился на штурмана. Ну, просто это много раньше. Людей берут в армию 1.5 года. Жизнь потеряна, я в армии был. Я служил во флоте 4 года. И за время службы я выучал английский, немецкий, французский. Выступал перед людьми на этих языках. Самостоятельно. Все политические системы мира изучил. И когда началась перестройка, ко мне, откуда только не ехали, какой нам строй сейчас? Галина Андреевна, вот. Да-да, вы простите. Я просто хотела сказать, что им надо к Шульгину Логу вот отдельную программу, что на нее там площадки будут. Вот, потом как-то вот у них сайт, а как есть все дела. Без угождения кому-либо. Мы должны видеть, как Мартин Лютер говорил, выше голов. Я для Христа служу. И авторитеты там патриарха, президента для меня должны быть намного ниже, чем Господь поставил высокую задачу, эту планку поднял. У меня есть. Так, теперь покажите наши. Конечно, Галина. Я на библиотеку сейчас отойду. Посмотрите, пожалуйста. Мы, когда отдаем книги где-то, после этого в народе распространяем вот такое вот. Вы, это, я попрошу просто внимания на это. Мы библиотеку ставим выше всего, что есть в селе. Без образованного человека. Вы единственный, кто ее ставит. Вот, так. Ну, видите, тут. Это наш сайт и телефон. То есть вы вообще дали в дар библиотеке, да? Да, да. И за 2 года я подарил на 1 100 000. Вот сейчас я выехал третья поездка, на 750 тысяч подарили. А у меня минимальная пенсия, мне не давали работать. Я узник совести. Я 5 тюрем прошел и лагерь смерти. Я сейчас показал документ, я реабилитирован. Но недавно была такая статья в «Известиях», кажется, 30-летие, как архипелаг ГУЛАГ опубликовал «Новый мир». И тут же опровержение сразу. Ровно на 10 лет православный проповедник Барнаульс Игнатий Лапкин, это я, начитал и распространил по всему Советскому Союзу архипелаг ГУЛАГ. И меня сразу спрятали за решетку. Архипелаг ГУЛАГ. Я написал на 4-ю книгу, на 7-ю послесловие Солженицыну, с чем был не согласен. Ну да. Там мелочь. Но я прошел этот ГУЛАГ до конца. Меня 26 лет только мучила психиатрия. 26 лет не давали нигде учиться. Я только тайно, меняя какие-то документы, мог поступить вот, в училище на штурмана. Я добился разрешения сразу сдать 3 года за площадку ему такую по выбору комиссии. По выбору комиссии все предметы за 3-летний курс, за 1 год, на английском, французском или немецком. Это Бог делает. У меня это настолько выше моего сознания. А что вы кончали? Я все самостоятельно познавал. Да, сколько вам лет? Да. Мне 73. Дай Бог здоровья. Да. У меня 3 голубятни. Я лажу с ребятишками, катаюсь вместе с ними. Я начальник детского лагеря, организатор. 40 лет нынче исполнилось. Мы строим с нуля православную деревню, Мамовский район. Так, мы этих оставим вам? Хорошо. Покажите, пожалуйста. Вот здесь мы выложим сейчас. И кто придет, вы им давайте, привлекайте в библиотеки. Мы очень часто библиотеку ставим выше администрации, пусть они не обижаются. Солженицын говорил, если не будет нравственной России, никакая не нужна. Так, посмотрите, все у вас здесь. Вон там, другой стол. Вот это. Кто бы ни пришел, вы ему дали в руки. Пожалуйста. В этих книгах 4124 ответа. Абсолютно на все вопросы отвечены. Притом без экивоков. Нравится, не нравится. Нам сегодня нужен именно пророческий глаз. А не так, что как сказали в церкви. Он почему не верил? Он не видел то, что хотела его душа видеть. А если бы он встретился с настоящими христианами, вот я так предполагаю, мы бы встретились. Разговор был бы другой. Да он верующий был глубоко. Ну кто же скажет, что у Василия... А что, совесть это что, не верующий? А это как раз болящее, через которое... Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Послушайте. Совесть это тот участок души, через который слышен голос Божий. Как раз Бог совесть на первое место ставит. Вот в чем дело-то. А совести нету. Вот у меня здесь стихи. И из них 80 положено на музыку. Исполняется, поются. Найдете. Но я скажу заранее, что некоторым не нравится. Почему? А вот ты сказал так. А как я сказал? Ты мне покажи, что я сказал неправильно. Не по Слову Божию. Я попрошу прощения. Но если я сказал по Слову Божию, это Библия это говорит. Это научная работа серьезная. Я не знаю, как это, богословская, так сказать. Да. Вы не кандидат богословия, нет? Нет, я никто. Вообще никто. Но вот одно из стихотворений. Я показываю, как корабль гибнет.
я попал в кораблекрушение, тонет. И последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других не увлек за собой. Это один куплет. И, допустим, о моей биографии. Можешь же в первом найти томе. Быстренько найди его в первом томе. Пример к себе своим воображением, все то, что прочитал и услышал. То есть мою биографию, наложи на свою биографию. И сейчас он найдет, если он не умеет искать. Найди. Она положена на музыку и поется. По-моему, она дальше. Осторожно. Вот, мелькнуло что-то там. Найди. Так, ну-ка. Вот, послушайте, одно стихотворение. Оно написано не сегодня. Уже, пожалуй, около 10 лет назад. Да, 28.05. Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. Это моя жизнь. На выходе и входе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, стрельба и яд петля не захватили, враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег, в истерике, в бессилии, их совещания по тайным кабинетам, моим паролем, кличкой, псевдонимом, пропитаны, обклеены планшеты, так где не ночь, а стрелы мимо, мимо, их измотало. В горных перевалах, там след моей ступни распетлял, по шахтам, гротам, по лагам, отвалам, исследует святых, о ком я начитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мною Доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мед Акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине, мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, то есть умер. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закона, ограда, мой труд, следы, читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Угу. Это обо мне снят фильм «Златоуст из Потеряевки» называется. Кто автор этого фильма? Снимал этот Владимир Сергеевич Кузнецов. Он в краевой администрации работал в этом отделе культуры. Это самый Кузнецов, да? Который... Этот фильм, и второй фильм он тоже снял. Кузнецов. Он снял второе. Да. «Предчувствие» тоже о нас. Первое место на международном киноконкурсе. Нас назвали «Искорка возрождающейся России». Сходимся? Ну вот приходил тут Кузнецов, он это не он. Я сейчас не знаю, где он работает, но он года два назад еще в краевой администрации Барнаула работал. Это красноярский филиал от Свердловской киностудии документальных фильмов. Их три только студии. Ну, я сейчас уточню, потому что я, походу, с ним сейчас должна встретиться в понедельник. Вот раз, понедельник. Я вот эти книги, ну, даже если вот откроете, ну, любую, это 30-й том «Открытый ворон», 750 страниц. Концовка, посмотрите. Ну, это очень хорошая встреча, как раз сегодня уезжаю. Посмотрите. Слава Богу, что и мы пересеклись. Набор Лапкин. Я набор делал-то. Дальше. Компьютерная верстка. Сам делал в этой книге. Компьютерная верстка. Это на наборе на верстке я 31 тысячу сэкономлял здесь. И даже на фото здесь нету, в некоторых местах в фотошопе приходилось работать. У нас назначено... Больше 30 тысяч часов я провел за компьютером за 8 лет. Пожалуйста. И поэтому у каждого ты только развей свой талант. Ты его не знаешь. Я ничего этого не знал. Но Бог открыл. Открыл без... А где заменят-то там эту ситуацию? Заменят, Мень, вот. Вот это крайненький, вот. Да? Да. Угу. Александр Мень. Вот тут здесь, а там написано О, а это отец Александр. Дальше И, Л, это Игнатий Лапкин. Там посмотреть, где начинается наша беседа. Их нигде этого нет. Почему? Ну, его нет живых. Вот в чем дело-то. Миллиарды сегодня давай. А я хочу побеседовать с Александром Менем. Но его нету. Он погиб. Вот такое дело. Ну, мне это мнение. Мень же очень такая спорная фигура сам по себе. Там, так, ну, сестры, пойдемте на улице сфотографируемся. А мы что делаем? Где написано там, что номер реальный, там и прочее. Спасибо.
Я рада, что мы встретились, познакомились. Я так понимаю, вы все когда в одной команде. Вы зайдите на наш, когда зайдете на сайт, а вверху написано православный форум Игнатия Ласки. Вы пьете и сразу на форуме. 1300 тем у меня там. А если в Mail.ru зарядите Игнатия Ласки, вы там найдете 530 роликов о нас. Тысячи фотографий. Очень хорошо, потому что я вести не имею возможности. Да. Я не теоретик, а практик. По каждому делу. Вообще подвижно. Пойдем, пойдем. Я понимаю. Да, я это. Ладно, давай. Чувствую, ага, всех гостей проводил. О, да, сейчас я забираю шлюшки. Не надо, не отдавай. Так, вы цену мне назовите. А все, пожалуйста. А вот давайте тоже такие. Серёж, ты мне конкретно скажи, Ген, Геннадий Давыдович, или Ген, вот это стоит столько-то. Знаешь, я тебе скажу, да, я согласен. Ну, всё, разговора нет, Серёж, разговора нет. Раздавай за то, что там уходит. Не, соглашусь. Он Михаила попросил. Хорошо, на одной маленькой записке. О, все вопросы. Огромнейший сайт. Здесь 50 книг. Послушайте, послушайте еще. 50 книг, насчитанных мною аудио здесь. Этого нигде в мире нет. Здесь Библия мною насчитана моим голосом. Архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Златоуста. Так, а если вы имеете... Катя, идите сюда. Идите, пожалуйста. Когда еще с русским? Давайте. Ну пусть сначала с ними, а потом я пристану готовить к аппарату. Чтобы на фотографии поставить. Залежь какие, да, необычные? Может, на еще там пару снимков. Леса какие-то совершать в последний день. Да это еще и тут. Видите, мы ездим не брать, а давать. У нас другая задача. Христос говорит, блажение давать, нежели брать. Я, говорит, как Василий Макарович, это у меня, говорит, ничего нет, кроме можно собственных этих там. Вот мы по три поездки сделали, мы на 750 рублей. Давайте, я снимок. Татьяна Николаевна, идите тогда. В каждый дом. И на ваш за два года 30 тоже. Тысяч Евангелий занесли. Заходя в каждый дом, приглашаю людей на стадионы. Татьяна Николаевна. Договоримся с администрацией. То есть Шульги нет, она говорит, я хочу эту храм-то, а вот они могут поднять эту инициативу. Да, конечно, и помочь. Его на энергии хватит там на... Видите, у вас трезвый взгляд на это, как у отца. Вот как. Совесть, вы сказали совесть. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Себе хорошо это запомните. А если совесть заглушена, Евангелие уже не поможет. Евангелие на втором месте пришло, вторичное. Когда совесть заглохла, тогда Бог дал писанное Евангелие. А они не понимают, думают, я сейчас кадила разожгу, будет дымить, кресты поклонные ставят. Но если веры-то нет, человеку-то ничего не дает. Он должен личную встречу со Христом иметь. Если этого нет, все напрасно. Мы такие временные, такие мгновенные на этой земле. Это надо осознавать. Так, еще на ваш я... Давайте, еще. Берегите себя на ваш. Храни Господь. Так мы ехали, дорога чуть не погибли. На одну секунду бы никого не было. Водитель поверил со мной. Спасибо. Спасибо. А мы попробуем для вас организовать какую-нибудь хорошую достойную площадку. Да. Все, я поняла. Теперь я на... А уже в октябре я буду в городе. И в Mail.ru заходите. Хорошо, если вы зарядите два слова Игнатия, одно слово в Google зарядите, она сразу машину выкинет Лапкин. А дальше вы ходите сразу в форум, сайт. Я сказал, что у меня на сайте 50 книг мной насчитанных. Этого нигде в мире нет. Моим голосом. Это архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Это 1173 биографии. Это все на нашем сайте. Спасибо. Последние книги, спасибо, которые перезвали, да? Они посланы в подарок. Я потом у вас Путину, возьму. Медведеву, патриарху. И видели в библиотеке, как фильмы досмотрят. Нет, я перегружена по-хорошему. Так я успокоилась. Да, дай Бог вам здоровья, конечно, всем. И твердости духа. Скажите, наконец-то, душа моя успокоилась. Вот я вот такая какая-то. Я как заснула, понимаете, вот такая. Стою как под гипнозом совершенно. В хорошем смысле. Хорошо. Значит, еще раз назовитесь и намечайтесь. Ольга! Ольга? Да. Ольга Васильевна. Ольга, я куда же потеряла? Что-то потеряла. Ну, очень благословить. Ну как, это и есть, да, вот оно. Так, мы уезжаем сейчас.
и заканчивает это путешествие. Просим всех помолиться. Открой дверь. Благословили сейчас. Господь сохранит нас. Помоги, Господи. Ну, я надеюсь, все-таки мы встретимся через годик. Так, теперь встретиться можно, знаете где? В нашей деревне, которую строим с нуля. Но только женщины в брюках нам не ходят. Я все поняла. Меня просто подняли рано. Сережку мне придется тоже на один день расставить. У нас строгие правила. Даже за столом дети ни одного шепотом слова не скажут. Поднял палец, мы дежурный мгновенно исполняет. Это все в книгах, фотографии. Это новое поколение. Понимаете, за рубежом назвали, когда присвоили первый приз в Югославии, назвали искорка возрождающейся России. У нас лозунг «Россия должна встать». Дети скандируют «Россия», там смешно смотреть. На это же вложить надо придумать. Нам другой земли Бог не даст. Сколько же мы получили от Бога и потеряли? Это высказать нельзя. Бескрайние просторы, мы едем, такие красоты. И все абсолютно теряется. Сейчас на картах мира уже Россию по частям делят. Два года и могут Советский Союз просто растеребить. Ну, послушайте, в вашей деревне тогда надо хмелевые вот эти поля высаживать и свой хлеб печь. Потому что вот это я могу тоже внедрить, что такое. Потому что я сама бездрожжевой хлеб этот занимаюсь и вот этим. Вот тоже старинный русский рецепт, так сказать. Поэтому да. Так, мы поехали. А то, получается, сережки будем снимать, а сами жрем всякую гадость вот эту синтетическую. Вот. Поэтому тут надо мягко. Это старинная русская культура. Да, нет, я говорю про, я не про культуру, а про веру. У нас наш устав. А это не вас мы не трогаем. Да. Ну, которые к нам приезжают, даже родители к детям, они обязаны дежутурию все убрать. Это устав, ну, как знаете, дресс-код. Он у нас строго, женщина в брюках, к нам она вообще не вхожа. А приехала, вытащит юбку, надену платочек и зайди посмотри. Там тоже была очень история, и до того была серьезная у Руси история. Поэтому нельзя ее считать тоже с момента, так сказать. Так, мы поехали. Храни вас Господь. Интересно это. У нас собачка с собой еще, она может глянуть. Да вы что? С той стороны, которая охраняет нас. Зайдите, посмотрите. Только не бойтесь, что она залает. Да, вот сюда, встаньте подальше. Я посмотрю. Ты где? Ничего себе собачья. Ну-ка, чтобы не потрепать, не покорябать. Надето, видишь? Какая хорошая. Ты молодец. Это кинолог. По России на разных выступает выставки берет. Дорогая. Какая ты умная, да молодец. Правильно, правильно. Вот так, Отрабатывай. Молодец. Мы когда ложимся спать, у нас... Не ругайся. Не-не, правильно, ругайся, ругайся. Порви на части. А как ее зовут? Ураган. Ну, это точно. Это умница. Это он. Это мальчик. Хорошо. Сейчас скажу, сидеть. Сидеть. Хорошо. Стоять. Голос. Ой, ты молодец, ну как он молодец. Собака выполняет, а ребенок не хочет слушаться отца. Да, да, почему допустил это, такое? Да. У нас в семье отец инвалид без руки. И 10 детей, мать у нас как царица. Куда поехали? На колени, мама, благослови. 5 зятьев, 5 этих снов, и все мать посчитают, она мать. А сейчас... А вы знаете, воспитание знаем, такое слово, было? Не слушать, а мы даже не знаем. Это отец без руки, с матерью такое. Ни одного класса не кончено. Все правильно. Вы же говорите, это апокалиптические куда времена, там же все сказано про это. Вот у меня отец 903-го, мать 902-го. И отец нам всегда внушал. Даже так, ну немножко грубовато. Отцов как отцов, а мать одна, мать почитайте. А она его почитала. У нас отец один. Мусульман почитает, а у нас на морде далось. Если нет почтения к родителям, семья разрушена. А семья созидается утренней молитвой. У нас пошел ученик в школу, 3 поклона, передний угол красный. Мама, благослови, в школу пошел. Иди, сын мой, Бог тебя благословит. Понимаете, какое оно складывалось в детстве. А сейчас, где он был? Да я не знаю, вечером вышел, Валерка, домой. Я в лагере не кричу. Одно слово, все спят. Ни одного слова шепотом. Почему? В Англии, я им объясняю, в Англии порядок. Нарушивший тишину в общежитии 2 раза, лишается общежития. Ребенок стонет, я ему сразу. В Японии национальный культ канзё, терпение.
умеете жить в этой бедности, работать так, чтобы прокормить президента, милицию, всех наложниц, всех прелюбодеев, и чтобы нам досталось. Я всю жизнь работал на стройке, тысячник, у меня всегда выработка была 280-300%. Нам по-другому нельзя. Вот я людям, когда рассказываю, они не могут понять. Вот, допустим, человек верующий знает, десятина, десятая часть должна принадлежать церкви. Со 100 рублей 10. Да, я уверовал. И в первый день я решил, я буду отдавать 9 десятин. Со 100 рублей 90 на дело Божие. 50 лет так прожил. У меня нет ничего, но я счастлив. Так это нет ничего, сапоги есть. От подарок. Подарок за видите, сколько? Вот, а кто починил? Сапоги. Бомж, глухонемой от рождения. И он обратился, уверовал, женился, это наша община. Она студентка 4 курса, сейчас 5-го, кажется, ребятишек. Это, такого добра, вот таких бомжей полно, занимайтесь. Это... Конкретно. У меня дети были и немцы, и евреи, и греки, и ваши. Представьте, без помощи государства я начальник детского лагеря организовал лагерь. Тысячи детей поднять, ни копейки от государства. А мы не просили, а мы все это делали. Это все в наших делах. Так, по коням. Быстро. Так, садимся.